Всем привет-привет! Всем привет-привет! Всем привет, друзья! И мы на канале Happy Family in Canada! И сегодня мы анбоксинг делаем нашу У нас дома, кстати, мы давно не снимали. И мы сегодня анбокс коляску и... У нас коляска и люлька. Да. То есть нам пришла... Посылка или что это? Да? Покупка или... Вот, и наш мы заказ. Собираемся распаковать и показать вам. Мы сами еще не распаковывали. Угу. Коляска фирмы Cybex. И люлька Cybex Color цвет бежевый. Вот, надеемся, что он бежевый, поэтому... Они розовые. Предлагаю приступать. Такие у нас две коробки. Значит, цена, напоминаю, нам обошлась $995 коляска и $280 люлька. Вот это, да. И минус 10% скидки у нас получилось. Ну, это пикай. Подай, пожалуйста, Антону телефон. Вот, минус 10% скидки вышло $1200 в общем. Мы да, у нас там... еще GST мы платим. Плюс GST 5%, да. Вот. Вот так положить. Ну, все, предлагаю приступить тогда. Начнем с коляски. Давай, да, потому что... А где коляска, как ты думаешь? Посмотри хотя бы на картинку. Ну, а там картинка тоже так показывает. Коляска здесь? Ну все. Ну давай с меньшего значит. Нам сначала надо открыть коляску, чтобы потом поставили мы люльку. Да, да. В общем, пришел наш долгожданный заказ. Это ту коляску, которую мы хотели. Да. Выбирали тщательно, анализировали. Долго выбирали, у нас было несколько опций... Так, инструкция. Несколько опций магазинов, где мы будем покупать. Да. Вот, и выбрали мы Hudson's Bay. Угу. Так, предлагаю сразу и доставать. Лена, держи коробку, пожалуйста. У вас там помощники. Там все запечатано в разных бумажечках. Чтобы все не было побито. О боже, пришел наш Cybex. Это дорогая коляска, даже для Канады. Мам, давай. Осторожно, вот это помощники. Вот, ребята, просили быт показать. Вот, пожалуйста, наш быт. Да. Домашняя обстановка. Осторожно, смотри, так, что... Это колеса. О. И здесь колеса. Отключи звук, Антон. Да, решай. Так, отключаем звук. Так, достаем интересно. С пакета. Помогай, Лен. Ну, пакет тяни. Да. Аккуратно только не ходи. Ну подожди. Но если не тянется, то... Надо все. Тянуть равномерно, а не за один угол. Все принимаем участие. Да, напоминаю, мы еще не распечатали, вот видите, она еще как бы все... Ага. Что мы видим? Мы видим... Так, тут у вас что? Не знаю. Что я там? Уже вижу отличие. Отличие от чего? Цвет. Правильно? Да, типа бежевый? Да, представляете, ребята? Так, это у нас корзинка. Это как зеленый. Да, более такой зеленый. Но он тоже красивый. Зеленоватый, да? Да. Он зеленый и... Рич Калор и зеленый вместе. Ну, у них на сайте бежевый цвет. И картинки даже бежевые были. Ребята, знаете почему? Потому что там это фотошоп. Да, и, Там, типа, правильно, да. Если ты закажешь розовый, там будет фиолетовый. Да, возможно, да, ты права. В общем, надо выбрать цвета. Выбери который цвет, микс-ап, цвет, который вы хотите. И выберите тот, который вы не хотите, и попадется тот, который вы хотите. Да. Так, цвет классный, да. Пока... Ну, не всегда не будет это случаться. Да. Да, что напоминаю вам. Да, все, молодец. Пока вспоминаю, как у нас эта коляска разбиралась. Мы в магазине долго на нее смотрели. А вот как она разлаживалась.
Кто знает, да? Я уже забыл. Так, это держатели для... Адаптеры. Точно, нет? Адаптеры под корсин. Ага, если да. Так, держатель под стаканчик. О, это хорошо. Короче, ребята, напоминаем, это первая наша покупка для малыша нашего. Да. Первая! Мы еще нам... Помнишь, стоит много чего. Да, помнишь, ты шла свои волосы... красить. Вот да, и там она это... Тетя передала что-то. Да. Да. Спасибо ей огромное, да? Да. Так, что мы имеем? Колеса отдельно, подстаканники, два адаптера под карсит. А они же идут к люльке или нет, адаптеры вот эти? По-моему, тут только карсит. Карсит, ну хорошо. Здесь есть слоты уже, по идее, должны быть для люльки. Ага. Тут дополнительный проб стоит для второго сидения. Ну, не знаю, сейчас... Что есть неплохо, да. В общем, сейчас все узнаем. Сейчас откроем, да, и посмотрим. Тебе нравится? Конечно, пока еще ничего не понятно, но... Да. Не знаю, мне уже нравится. Так, вот это сумочка типа, или что это? Да. Так, сейчас мы по инструкции все определяем, что как вставлять и куда. Так, тут наименование. Раз, два, три. А это разные еще языки. Угу. Ну, там русский есть. Вот можешь, да? Ой, класс. Первая наша покупка. Ничего еще не покупали. Ни одежку. Да. Ничего. Но планируем уже сумку в роддом собирать. А потом уже... Все остальное, да? Ну да, разные есть инструкции, кстати. Покажи. Положение всех люлек и сиденья, и сколько килограмм допустимо для определенных, допустим, положений. Супер. Это мне очень нравится. Так идет. Такой вариант, да? Да. Угу. Получается, один ребенок будет смотреть... Да, ну вот, например, люльку. Если наш мальчик уже подрастет, он будет сидеть, а второй ребенок, который родится, да, в будущем, да, будет лежать. Да, то есть это коляска для двоих детей можно мне очень использовать. А ты будешь идти рядом. Угу. Ну да, что там? Там все просто, в принципе. Вставляем. Сейчас я посмотрю так. Интересно. Клик. О. Все, вставилась первая. То есть без заморочек, как мы и любим. Угу. Клик. Вставляется все просто. Клик. Защелка. Будем надеяться, что так клик-клик и не выпадет. Защелка. Все, то есть все ворочается. Ага. Так, теперь... Где тут показано оно? Буся. Разложить. То есть мы переворачиваем. А ну. Так. Отстегивается все. Оп. Ага. Все, первая часть сделана. Угу. Да. Здесь у нас защелкнуто. Вторая часть. Вот, ну, как бы все, здесь можно дальше, как мы там делали, поднимали, опускали, не? Ты, я не помню. Сейчас мы все разберемся. Все вспомним. Да. То есть, смотрите, мы поднимаем наверх, продолжаем нашу тематику, то есть, опять же, здесь идет... Не, так не надо сильно вверх. Не, просто поднял вверх, чтобы мы получше посмотрели. Ага, хорошо. То есть для ножек можно поднимать вверх-вниз. Все мягенько тут. А вверх? А зачем вверх? Ну, вверх, может, там, когда вниз опускаешь, может, проще. Она же разлаживается. Все. Смотрите, зачем вверх? То есть ее сначала, чтобы... Опустить ее надо. Да, чтобы ее это... Мы опускаем.
Ага, вот эти адаптеры, они уже встроены. А адаптеры мы вот туда ставим внизу. А вот это дополнительные. То есть вот здесь вы, смотрите, вот так раз. И опустили туда ее. То есть можно достать вот эту штучку, чтобы она не мешала. Вот. А это, ну, может просто как, может, чтобы здесь что-то положить или что-то ну, тебе да, надо. Да, да, да. Ты поднимаешь, да. Ложишь и все. То есть, смотрите, удобно. Но это прогулочный вариант, когда ребенок, мы гуляем, он случайно заснул, да, то мы так спинку опускаем. Насколько я поняла, она не до конца опускается, правильно? Нет, вот это, что опускается, верхняя часть. Но она не полностью ровная. А, ты имеешь в виду, что угол есть, да. Нет, все, вот это и все. Хорошо. Да, то есть можно сидя, лежа. Ну, это ж прогулочный вариант, да. То есть разные конфигурации. Вот нам сразу пишут 20 plus configuration. Угу, супер. Сними вот этот поролон. Что мешает? Да. Пусть пока будет. Не, ну я хочу посмотреть. Вот, значит, у нас удобная застежка. Нажимаем и расстегивается сразу. Удобно, да? Да. Угу. То есть все мягенько, все удобно, все комфортно. Угу. Наплечники. Угу. Чтобы не терло, да. Так, что у нас еще сюда идет? Это материал мне нравится, хороший. Это у нас что-то накрывается. Угу. На что-то. Мне безумно вот этот цвет металла нравится, очень нравится, да. Вообще, вот это ручки нравятся. Да? Мне ручка классная, смотрите. Mm-hmm. То есть выдвигается. Это для моего роста. Да. И для моего. Это мне? Для мелкой роста. Да. Для мамы роста. Mm-hmm. Это все удобно. Да. Плюс, что мы еще смотрели? То есть у нас удобно будет... развернуть его нам лицом, допустим. Ну, так везде, я думаю. Да. Да. То есть, такая опция тоже есть. Вот, да? А если на нижний уровень, то там уже будем смотреть. Давай верхушку надевай. Верхушку, да. Куда она надевается? А еще баскет есть, корзина. Сейчас покажем. Сейчас мы все доберемся. На каком мы сейчас процессе? Ой, процесс у нас. Мы пока тут разбирались. Так, друзья, значит, смотрим. Ну, не едь на меня. Назад. Бойся. Значит, смотрим. Коляска. Вспоминаем. Коляска бежевая. Ну, она не совсем бежевая. Фирмы Самикс. Модель Газиль S. Да. Значит, конфигурация у нас можно... Сидячая, прогулочная, закрывается. Угу. То есть можно расстегнуть. Давай. Дождевик идет в комплекте. Положи туда, Оля, внутрь. То есть можно еще раскрыть полностью. Туда, дочь. Сюда. Да. Здесь у нас будет вентиляция. Открыть, закрыть. Угу. То есть поднять, опустить. Дождевик. Смотрим, что у нас... Не раз, он стандартный, укрывает всю коляску. Да? Он во всех так. Просто сложишь так, как было. Он так и был. То есть мы так... Его раз. Угу. Можно использовать во время снегопада еще. Ну да, зимой, если ходить, в принципе, удобно. Я надеюсь, будет... Раз, резиночка. Ну, типа такого. Ну да. Случай, может, не прям супер тут сейчас все разложил. Мы это будем все в процессе делать. Узнавать. Вот дождевик есть. Открывается для вентиляции. Или там что-то подать. Так, все, снимать. Дождевик. Да. А может, это для люльки? А для люльки должен быть отдельный дождевик. Ага, хорошо. Значит, что мы сейчас планируем сделать? Мы сейчас снимаем, ставим вниз, поднимаем вверх одну, вторую,
Можно еще не вот так все. Угу. И вставляем нашу корзину. И можно отправляться на шопинг. Да, ну тебя такого. Раз. Да, корзину еще специальные штучки, чтобы выровнять ее, чтобы она ровно стояла. Угу. Я пока... Ага, она отсюда с этой стороны вставляется. То есть как она делается? Вот так вот выворачивается. Вставляется. Плотный материал, правда, как бы, да? Да. Так, одна. Угу. Вот, и как бы она и держит прямо. Угу. Так же самое сделают со второй стороны. Вставляем. Бусин, тебе нравится? Хотела бы себе такую коляску? Ты уже большая. Выравниваем. Скажи, говори, мне еще, мне машину уже надо. Да. А не все, то есть она уже жесткая, это да. А правая, чтобы было удобнее вставлять. Да, все, ну как бы. Можно ага. Выше, ниже, не, вот так оно уже не ставишь. Ага. Здесь классно, если ты вставил, ты уже вверх-вниз не, да. Не сделаешь для безопасности. Ручка выдвигается здесь. О, место появилось. Все, да. А ну надо. Да, сбоку покажи, пожалуйста. О, супер. Так? Да. То есть хороший тормоз, быстренько раз. Да, блокирует. Блокировка передних колес. Потом можно снять вот эту ручку, если надо. Это когда, если достаешь ребенка, наверное. Что у нас еще здесь? Это мы уже показывали. Да. Как тебе цвет? Мы не ожидали такой цвет. Не, ну цвет нормальный. Главное, да. Что не темный, не черный. Да. Было да. Черный, бежевый, синий, серый. То есть серый да. Приблизительно такой же, как и этот цвет. Черный мы не хотели, мы да. Хотели синий больше всего. Да. Но не было люльки синюю, мы не могли найти люльку. Угу. Что, ты подстаканник тут ставила, да? Да. Тоже можно ту, либо туда ставлять, либо туда. Да, на любую сторону. Вот. Так, супер. Снимаем. Предлагаю перейти. К люльке? Да, люлька. Люлька такого же цвета, хотя можно, в принципе, заказать и другого, если мы хотим. Вот. Mm-hmm. Что у нас тут? Можно сюда поближе подойти, посмотреть. Да, намек. Да, то есть матрас. Mm-hmm. Напоминаю, что в Канаде очень тяжело было найти коляску вместе с люлькой. Mm-hmm. Да? В Канаде как-то... Все по-другому. Они детей возят в корситах уже, да? Да. Они да. Там спят. У нас небольшой бардак. Распаковка, да, где должно быть? Итак, друзья, после долгих тут разбирательств мы разобрались, как собирается люлька, как конфигурации ставятся. Их несколько в опции с люлькой вместе. То есть показываем вам люльку внутри, угу, матрас, мягенькая такая... Кармашки. Да, мягенькая такая штука вокруг. Да. То есть не во всех, вот мы смотрели люльки, если взять дешевле конфигурации, да. Там даже есть вот такая вот мягкая... Да-да-да-да. Мягкая такая, ободок. Угу. Это. Вот, дождевика здесь, здесь нету. Как-то странно. Да. За такую цену можно было дождевик. Ну, то есть она просто закрывает... Она как бы и так закрыта, в принципе. Тут да. Пространство небольшое. Но дождевик там чехол еще садится да. Сверху. Если есть. Нам надо будет, мы возьмем. Угу. Вот. Такой вот чехольчик. Так оно разлаживается. Угу. Итак, подошли мы к конфигурациям, какие возможны. Значит, люлька и корсит внизу. Это единственная конфигурация с корситом. Корсита у нас нет, у нас корсит будет отдельный, потому что нам для младенца мы решили не брать, мы решили брать уже на вырост полный корсит. Значит, смотрите, конфигурация со вторым креслом будет вот так вот. Угу. То есть будет спиной смотреть в люльку.
Да, по-другому нельзя? По-другому можно только в конфигурации. Конфигурация... Люлька внизу. Да, конфигурация люлька внизу или две люльки, если есть, тоже можно. Ага. То есть одна люлька будет, да? Да. В общем, варианты для двух деток. Кресло супер. Будет вот так. То есть в такой конфигурации можно. Так. Это вообще... у нас третья. И да, четвертая это конфигурация, когда корзина сверху. Все. Да. А не снизу. Ну, хотя должно быть и снизу, мне кажется. Вот я просто картинки надо посмотреть. Не смог вставить. То есть все, корзина сверху. Вот. Малыш там, все видно, да. Обзор. Да. Вот плюс хорошо, внизу у нас много места. Место, да. Вот, ну, как бы так все довольны. Да, мне безумно нравится цвет, то, что есть кармашки. Здесь тоже, да? Или, а, да. Да, есть кармашек, ну, и вместительно. Плюс сюда можно повесить дополнительно на ручку, сумку, если что-то да. надо. А, хорошая мягкая ручка. Да, кожаная, очень. Надеюсь. Вот, вот, смотрите, видите? А в других колясках вот такие в основном. Да, правильно? Корона. Да. То есть вот, этот, конечно, поприятнее. Да, ну, понимаете, насколько это все плюсы и минусы. Как бы, мне тяжело сравнить, я не знаю. Как бы мы решили сразу взять, потому что не на одного ребенка мы рассчитываем, поэтому... Перспектива. Да, то есть легкое, удобное в управлении. Честно, да. Материал хороший. Да, плотный. Да. Швов нигде не видно, нитки не торчат, да, правильно? Ну, да, огромные колеса для канадской зимы. Вот, для канадской зимы, что важно, да, чтобы были большие колеса, потому что тяжело будет по снегу, наверное. Нам советовали в каком-то видео, но я, правда, не знаю, насколько большие колеса нам советовали, я думаю, уже большие. Ну да. Среди других это были большие колеса, правильно? Да, есть поменьше, есть на три колеса. Мы остановились на этом выборе. Опять же, это только наш выбор. И вы да. видели наши многие видео. Мы ходили, смотрели долго. Да, выбирали. Есть... Вот, и остановились на таком выборе в Hudson's Bay со скидкой в 10%. Это получилось долларов 130-140 скидка. В принципе, что хорошо. Мы на любые скидки готовы. Да, вот это Cybex, мало скидок на вот эти коляски. Да, везде Cybex, одинаковая цена. Да, и Cybex как бы мало встретишь в магазинах. То есть в Walmart его нет, в Costco его тоже нет. Да. Он был только в той же раз, Hudson's Bay и с Calgary магазины. Но мы смотрели, где нам могут предоставить скидку, поэтому выбрали... Да. То есть в той же раз мы тоже могли бы 10% в принципе взять. Но... Ты говорил, что на коляску не получится. Не, на коляску получилось, блин. Там центы не получались. Там эксклюд был. Возможно, да. Мы еще покажем кроватку и комод. Да, оставайтесь с нами. В общем, мы довольны, ну, да, нашим выбором. Вообще супер. Тебе иди сюда удобно? К коляске. Ты же, будешь помогать. Я буду на работе, ты же будешь кататься. Конечно. Нет, две кнопки нажми. Ну что ты, ее сюда. Да, вот так, две вместе и опусти. И кнопку нажимай. Она не нажимает. Две пусть белых пусть кнопки пусть сверху внизу. Нажимаешь и кнопку, все. Все, да, пусть вот пусть. Это твой вариант. Мне очень нравится. Единственное, что мы не ожидали, что это все-таки зеленый цвет. Ну, зеленоватый, да. Бежим да. оно немножко не пахнет. Но все равно цвет хороший. И материал да. приятный, цвет классный. Да. Супер, да. Поэтому, как бы все, все кто-то есть добавит все. Нет. Ребенок тут пусть будет, а баскет там. Ну, если получится, да. Да. Ну. Если мы. Да, ну все-таки, я думаю... Потому что чувствуется удобно, что ребенок рядом. Так ты сюда подойди. Ну да, мы еще приспособимся. Да, мы будем пробовать разные варианты. Твой вариант мы тоже попробуем. Конечно. Вот все. Все да. все сказали. Ну все, да. на этом видео тогда подходит к концу. Да. Спасибо, что досмотрели до конца. И всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, ребята. Пока.